А вся существование ДНР, ЛНР зависит только от одного. В случае украинского наступления, это придет ли на помощь российские вооруженные силы, в каких количествах, в какие сроки. Говорить о том, что корпуса, первый и второй корпуса народной милиции, так называемые, фактически они сейчас играют роль завесы, то есть прикрытия, за которые они должны продержаться сколько-то времени, пока за их спиной не развернутся, если они развернутся, настоящие силы. Северный ветер. Ну да, северный ветер, то есть не развернутся основные силы. Вопрос заключается в том, что это прикрытие настолько слабо и мало боеспособно, что сыграть роль завесы в случае масштабной атаки противника оно не сможет. Просто не сможет. Оно будет сметено, сдуто просто, практически мгновенно.